Опаньки! Вы на канале Картовый Плей, с вами Виталий, Растение против зомби-героя. Есть хорошая и очень плохая новость. Хорошая новость. Обновились зомби-герои. Растение против зомби-героев. И плохая новость. Что-то они там накосячили в своем говёном движке. Теперь очень сильно лагает музыка, звук. На Блюстексе и вообще. Раньше на Блюстексе не лагало, лагало только на Ноксе. Сейчас на Блюстексе лагает точно так же, как на Ноксе. Я уже обновлял Блюстекс, уже тут что только выключал, отключал, удалял. Короче, что только я не делал. В общем, толку нифига вообще нету никакого. Вот смотрите, звук погромче сделаю, слышите? Тык-тык-тык. Причем все равно, даже если вот фоновую убрать, да, музыку. Я нашел No Copyright музыку, будем играть с музыкой, чтобы не так было все печально. Не знаю. Вот, они тут ввели какую-то почту. Тут, значит, рассказывается про задания новые, ввели какие-то задания. Ну, я так понял, это типа пиньят. В ПВЗ-2. В ПВЗ-2 тоже обновилось, кстати. И в ПВЗ-2 никаких глюков нету. Звук идет вообще чики-пуки. А вот здесь... Я, короче, недоволен и негодую. Вот, они ввели задание. Ну, во-первых, тут у нас какой-то супер-пупер орех-здоровяк, да, использует жизнь вместо... Ну, то есть жизнь ему накачиваешь, у него атака растет. Опять же, из жизни убираешь, у него атака падает. Вот. Я уже попробовал один раз сыграть, скажу вам честно. И ни хрена у меня не вышло. Потому что комп жутко читерит. Просто рисует карты прям тютелька в тютельку. Все у него. Я просто в шоке, если честно. Просто вот, прям вообще не ожидаешь. Он просто чик-чик-чик. Ну, как обычно, рисовальщик. Вот, пока что не знаю, что это за задание. Ну, в смысле, я так понял, за 3 победы дадут 200, за 5 побед плюс 300, за 1 победу 100 билетов. Ну, потом новые задания. У нас звездчатка, амфибия. Ну, не задание, тут ивентовая карта, да? Начало хода размещать еще одну звездчатку на линии справа. Ну, копирайт его поставлю, посмотрим. Вот. Ну, поехали. Если YouTube сожрет музыку какую-нибудь, ну, буду... отключать монетизацию. Я пока все равно ничего не получаю с монетизации. Ну, вот так вот. А, нам дают, видите, ну, типа как пиньята. Нам дают уже готовую орехов. Ост. Такая херня колода. Просто херня. Или мне просто сильно не везло. Но это просто жестяк. Какая херня, а не колода. Сейчас мы еще по звуку немного определимся, сколько выставлять. Я думаю, так нормально будет. Чтобы не портить. Чтобы меня было слышно. Да, 5%. Ну, посмотрим. Так. 3, 3, 3, 4. Троек много. Заходит отвратительно. Ему заходит шоколадно. Вот этого, если убираешь, он, в принципе, он, видите, нормально, хотя бы это можно оставить. Ну, тут надо уменьшать урон, я вам скажу честно. Хотя я сделал бы вот так на первый ход, с учетом прошлой моей игры. Потому что это довольно бесполезная хрень оказалась. Вот. Ну, еще одного поставил.
Жесть. Вот сейчас бы пригодилось, кстати. Знал бы, что у него агро. У него, знаете, он рисует карты. Вот смотрите, в прошлый раз я играл, он на первые два хода вообще ничего не походил. А потом меня задолбал этими высокорейтовыми своими. Ну, я бы уменьшал, конечно. Но все равно мне ходить нечем. Двойки, тройки. Можно повторить потом игру, посмотрев рекламу, так что. О, ну это за три у него всегда, всегда есть перемещалка. Это прям вообще даже не обсуждается. Смотрите, вот она. О, она даже не была. Он меня в прошлый раз, кстати, убил этим говном. У него есть перемещение зомби, там, типа, получение плюс один. Он берет вот этого, перемещает. Или нет, у него есть терри. Как-то так. Ну, короче говоря, перемещает растения. И все. Так. 2-2, 2-4. Интересно, он, кстати. А, ну он атаку не использует, да. То есть там даже если атаку ему растишь, он все равно не использует ее. 4. 2-1. Плюс 2. Но я все равно не убью 2-2, кстати. 2-2 я все равно не убью. Зато будет мало. Ну, мне может быть кач пойдет. У него там 3, да? На 3 он что-то походит. Он там пододвинет, улучшит, усилит, что-нибудь придумает. Лечиться, кстати, нечем. А если вырастим? А, на пятерку. На следующем ходу будет 5. Кушать его ореха. Да, плюс 2. Но мы хотя бы единичку грохнем зато сейчас, если я так сделаю. А можем 2 урона на лицо принять. Да, давай 2 урона на лицо примем. Оставить место для прохождения. Ну вот он 2-2, но все равно он сейчас 4 урона не сделает. Видите, вот это перемещение прям вообще говно такое. Такое говно. Давай 2-2 мне назад возвращай. Сука. Вернул, ага. Опаньки, нежданчик. И 2-1 не убивает 2-2. Зато 4 урона ты получил. Умник. 2-2, 4. Вот видите, сейчас четверку бы грохнуть. Можно, кстати, грохнуть четверку и получит он. Ну, может, что-нибудь и выйдет из этого. Ну, хотя 0. Я, кстати, замечал, что на 6, на 6 ход я уже думшурму этого никак не хожу. Потому что он уже там выставляется по-жесткому. Он же рисовальщик, он сейчас нарисует себе что-нибудь. У него хоть и две карты будет, но вот две нарисованные карты. О, кстати, хорошо, щиток хорошо. Ну вот он. Вот он рисунок. Рисунок карт. Перемещает растение, получает плюс 3 жизни, да? На 6 ход. Я смогу 5-4 поставить. Давайте этого чувака. Плюс 3 жизни, да? Давай вот сюда его переместим. Он же 5 атаки будет использовать. Это, кстати, скорее всего, с прочерком баба. Да там неизвестно, что у него вообще.
Он рисует как черт. Рисует как черт. Можно тут четверочку прокачать, сюда поставить. Он тогда сюда переместит. Ну, ему в любом случае куда-то перемещать надо. А 2-2, но мы никак не, вообще ничего мы не сделаем. Кстати, будем прочищать музычку от всяких вот таких подобных. Так. Не амфибия, кстати, это амфибия. Но стоит 5. Вообще жесть. Это ж тебе не 3. Здесь, кстати, мы получим уже умерчвление. 5, 3, 2. Да, если поставим. 5, 2. Я просто не хочу получать по жопе вообще, потому что если здесь хоть что-нибудь будет буст, а это прочерк, я все, я буду мертвец. Хотя и 3-2 тоже мне даст. А, ну да, умрет, умрет. Что делать? Кстати, семерку сможем походить на следующий ход. Можем просто поприкрывать задницу. Вот так. 3 урона мы все равно получим, блин. Ай, не хватает. Зла не хватает. Не хватает зла. Ну вот оно, прочерк. Вот этим говном он мне в прошлый раз заспамил. 3 подряд штуки походил, 3. И просто грохнул всех. Ну, он же перемещает. И так далее. Куда он там его переместить собрался? А, он себе урон хочет уменьшить. Да, мы бы его убили, но он, как всегда, нарисовал себе картишки. Ну вот, и вот мы сдохли. И все из-за прочерка. Это вообще жестяк, я вам говорю. Я не знаю. Таких рисовать. Так, понимаете, дают. Давайте сейчас повтор сделаем. Повтор через час. Ага. Так, сейчас поставлю на паузу. Вот маговенную рекламу посмотрели, и можно опять играть. Победы 3. А, это типа победы за каждую победу. Потом через час еще победа, да? Понятно. Дают говёную колоду, самую говёную. Попробую выиграть. Говёная колода с говёными заходами. И ты сосёшь. Так, а вот сейчас мы уже играть будем по-другому. Кстати говоря, можно сюда поставить. А можно сюда. Чтоб солнце. Было больше солнца, да. Потому что у нас сейчас с солнцами будет напряженка. Кстати, ни разу не заходило. Улучшение, увеличение солнца. О, тут прочерк нарисовался. Да, у нас дроволка. Давай на крышу его поставим. О, вот так вот даже поставим на крышу. А нет, перемещалка. А, ну да, за 2. У него же за 3. Да. Блин, сволочь. Ну а что? Если перемещалка, надо бы, если знал, что перемещалка, мог бы ему забить эту линию, в принципе. Ничего сейчас будет, опять за 3. Куча. Блин, я думал, что он не убьет его. А вот сейчас за 3 будет неприятная вещь. Интересно, куда он ее пододвинет?
Сюда ее ставить невыгодно будет. Потому что он все равно ее бахнет. А это ж команда. Вот, вот эта дрянь. Ну, продолжаем чистку музыки конченой. Я просто накачал, ее еще не слушал. No copyright. Вот видите, 3-1. Он так бесит этим дерьмом, 3-1, это просто жестяк. Рисовальщик. И лечилка, кстати, ни разу в этом не выпадала мне. Ну, вот в блоке. Здесь лечилка вообще решает, потому что ты полечишь и себя, и этого мудака, и вот этого, и кого хочешь. Ну, можем, кстати, его прикрыть. Вот так. Ну... Да, 3-1. А, ну, ты налево сюда сейчас пододвинешь его. Иха, иха, да. В итоге сейчас будем настакивать его ударами. И он тут еще нарисует. За надгробие прячется. Ну, пусть прячется. Пусть прячется. Ой. Что ж ты тут поставил? Если тут перемещалка. Но у него есть еще переместить растение. Если тут перемещалка, то она движется сюда. Если не перемещалка, ну все равно выгодно туда сюда поставить. Потому что если там не перемещалка, то мы 4 урона. А, рикошетник. Ну да, он сейчас 4-4 рикошетнет. А, представляешь, не захотел. Ну правильно, это тоже выгодно, потому что он слишком много урона да, получит. Безумие. Вот сейчас бы лечилка зашла хорошо, если бы меня зарядили. Заряды идут хорошо, но лечилка не заходит. Ну, 4-5. Вот видите, опять это 4-5. А, все, товарищ. Свободен. Первая победа за 4 этих самых. Да. Победа. Сейчас. Сейчас это невыгодно. Вот. И теперь у нас есть за 7. Ну, правда, 5-10. А может быть, 2 этих поставить? 2 ореха. А что он там за 1? Ну да, 2 ореха. А, 2 ореха я не поставлю. Ну, могу поставить. Вот так. Вот так. И на всякий случай так. Если он там всех грохнет. Ну, тут победа, конечно, должна быть по-любому. В любом случае. Вот такая вот, да. Жесть. Награда за задание плюс 100. Но мне это уже нет толка от этих плюс 100. Задание выполнено. Завербуйте ореха здоровяка из пакетов ранний доступ. Блин. Это надо... А, ну мы пишем же, да? Пишу, да. Потом на превьюху поставлю. Выполнено. Скоро увидимся. Выполнено. Скоро увидимся. 14 часов 27 минут. Что-то я пока не понял. Как это работает. А, это, короче, чисто пиньятовская дрянь. Я понял, видите? То есть завтра мне будут давать уже 200. Угу. То есть, в принципе, когда в эту фигню участвую, я не смогу поучаствовать, да? Или смогу? Надо будет посмотреть, если я переведу назад.
этот самый время, если переведу назад, то дадут мне или нет участвовать в этой хрени. Ну ладно, давайте к основному приколу перейдем. Основной прикол у нас это, как вы уже можете догадаться, прохождение. Блин, не знаю за кого. За апельсина. На апельсин очень тяжелый. Давайте попробуем. Очень тяжелый апельсин. Ну, давайте пробовать. Уже последние миссии остались. Четверочка, 1, 3. Семерки еще могут прийти. Поехали. А, тут обратка. Угробил. Вот так повезло ему с этой, с его способностью. У нас тоже есть говёная способность. Убить и полечиться. Но я, если честно, не хотел по этим заниматься. Блин, это в конце, представляешь, будет. Ладно, давайте пока урон уменьшать. Угу. Рохнет 2-1, сволочь. Да, он как будто знает, что у меня за карта. То есть, прям вообще знает. Прям вообще. Можно 1-1, а кстати 1-1 его не грохнет. Вот же ж, блин. Смотри, можно его грохнуть вот этой штукой и себя полечить. А потом в нежданчик. Так. А, внежданчиком не получится. Или получится. Просто он сейчас тоже наверняка поставит что-то маленькое. Да, наверное, вот так я сейчас и сделаю. Ну, посмотрим. Хрен там. Скотина. На троечку он пропустил. Но нам это выгодно, так что я пока не парюсь. Главное, что он ничего не бустит, так что я полечился. Пока нормально. У нас еще куры есть. Я не понял. Куры разве были желтыми? Я чуть не помню, что куры были желтыми. Что-то я совсем не помню, что куры были желтыми. Скажу вам честно. По-моему, куры были серыми. Или вообще белыми. Охренеть, куры желтыми стали. Так, за четверочку. За четверочку у него там может быть грейпфрут. Ну, разведем его на грейпфрут, да, что ли. Мне все равно ходить нечем. А хотя есть чем. Курятничком. Давайте подождем, посмотрим, что поставит. А, так знал, что он эту дрянь поставит. Я просто знал. Теперь стоит вопрос следующий. Грохнуть курятником и дать ему 4 урона? Или пусть они грохаются, а мы подождем что-нибудь еще? На следующий ход у нас будет 5. 5 это мы 5-5 сможем только поставить. Но с другой стороны у нас 4-2 и 5-5. Курятник выгодно все равно ставить. По разгону у нас нормально. 2 пятерки есть.
О, вообще хорошо по картам идет все. Можем флудить. Но пока что мы его пытаемся развести на уничтожение. Да, 3-2 рикошетить будет. Вот. Сейчас еще один рикошет. Это очень сильно, кстати, понижает наше. А вот 6-6 зашло, да? Шестерочка. Использовать, правда, не на чем. За 6. У него там опять грейпфрут может быть. Че, попробуем пофлудим. А вдруг? Это мы в конце поставим. Давай вот так. Ха-ха-ха. Располовинил, сучий конь. Да, он такими легендарками меня и замочит. Правда, 8 урона сейчас мне пройдет хорошенько. Вот. А это 3 единицы урона растению. Хреновые 3 единицы, но выбора все равно большого нет. Лучше, чем 0. Шампиньоны пошли. Так, 11, да, у него. Тут сколько дает? 5. 5, 6, 7, 8. Опаньки. Какой... Это знаете, как бы это в Mortal Kombat было. Ух ты! Тан-таран. До свидания. Что там за 7? Ну, сейчас урон. Четверочки, да. Молодец. Ожидаемо пока что. Правда, все у нас сдохли, но ничего. У нас еще 2-1, 5-5 есть. У него там очень тяжелая дрянь. Очень много тяжелой дряни. У такой типа 3-1. Так что есть возможность, скорее всего, нам сдохнуть. 6, 7, 8. Да, он сейчас 2-1 грохнет. Вот такой херню типа 3-1. И все. 11 урона, да? 5, 6, 7. Давайте разведем его немножечко на урон. Ну, если получится. Ха-ха, 4 урона всем. Говно, говно. Конечно, 5 урона сейчас мне будет. Ну все, легендарки пошли. Где моя кнопка рестарт? Почему ее нет? А, кстати, что-то поменялось. По-моему, глюк в русской версии ушел. Вот этот... Хотя я не видел, побей босса. Да, ход зомби, видите, без глюков вроде бы. Пять плюс пять. Ну, кстати, мы сможем все равно урон пробить. Ну, посмотрим, вряд ли я выиграл. Тут уже ва-банк сейчас идем. Блин. Слабо, слабо. Не идем в банк, пока будем херачить, как херачили. Да, он бы вот этой херней 2-1 убрал бы и все. А так в итоге я вдул, в любом случае. Если бы я понадеялся на эту хрень, я бы все равно вдул. Ну, видите, ему как бы все очень такая у него колодка интересная. Особенно если уметь рисовать карты, как он. Умеет. Ну, когда заходит то, что нужно. Давайте еще разочек. Пам-парам-пам-пам. Ну, пятерки, четверки. Четверки. А, хоть одна единица. Ну, накачка пойдет через 3-1. 2-2. Давай сюда. 5. Я думал, опять у него суперспособности уравненных. Че, еще раз? Да, еще раз. Замотали бедного дяденьку. Первый шампиньон убьет, во-вторых, сам живой останется. Пока что все хорошо.
кроме того, что на второй ход мне ходить нечем. Блин, где ты раньше был? Хотя я бы все равно с тобой не выиграл. Смотрим, ходи чем-нибудь жирным. Я подожду тоже. У него жирного, видите, он лайт-колода, на него надо агро натравливать. Это, кстати, стандартная такая музычка, которая парит, если честно. Она очень тупоголовая. Так, 3-1. Ну, это такой разводик будет. На грейпфрута этого еще нету, да? Блин, грейпфрут. Просто он по-английски грейп, а по-русски это этот... Как он называется? Виноград. Я, если честно, удивлен. У него тяжелячок один. Это кукуруза, да, у него. Что там еще у него? Этот лев. Угу. Ходить все равно ничего, все тяжелое. 2-3, 2-6. Давайте так. О, ягода, ягода. Чик. Этот сюда. Тут так, такие обмены. Два-два будет на следующий ход. 3-3, точнее, на следующий, после следующего приема. Ага, не будет он. Везучий хер, да? Мало того, что он его убьет, он сейчас мне еще 3 урона нанесет. Ту-ту-ту-ту-тум. Можно, конечно, тетеньку, но 5-5 выгоднее, потому что он еще даст ему красаться. Ну, 3. Ну, ты его куда просрешь? Туда, да? Ну, ладно. Зато хотя бы 5 по башке мы ему сейчас дадим. 8-6 у нас уже. Блин, если было бы таких тетенек 3 штуки, я сейчас бы обе выставил. Так. Что, можно вот так поступить? Надо 5-4 грохнуть как-то. Ага, 4 урона, Симоне. Ну, это вин, скорее всего. По причине того, что мне завезло, а ему нет. Завезло ли или не завезло? Вот в чем вопрос. Угу. Видите, еще до сих пор 300 урона не нанес. Так, чё. Ну, вроде бы мы выиграли. Сейчас будет мини-босс. Посмотрим. 40-й левел, мини-босс. 2-4 или лепешка. Типа, по-любому менять надо. Лепешку. Блин, куры стали желтыми, представляете? Это, походу, поправка на баланс после обновы. В любом случае сюда, чтобы урон 2-4 убрать. И лепешка уйдет. Ну, лепешка, картошка. Антошка. Тетенька пошла в расход. За 2 мы ничего проходить не можем. Получаем 3 урона. Из-за незахода получаем 3 урона. Кстати, надо тяжелость колоды убирать. Слушайте, по-моему, и вот эти не были желтыми. Или я что-то путаю? По-моему, это были обычные. Хрень какая-то.
нам в любом случае на 24 грохать. А, 1.1 сейчас мне даст. Ага. Ну да, посмотрим. Посмотрим, что даст. Картошку нарисовал. Посмотрим, что даст. Какую способность. Ага, лечение и 3 урона, да? Блин, придется вот так делать. Невыгодно, но придется. Что-то он за 2-4, что-то он там... Что-то он там выдумывает очень серьезное. Он не зря его так защищает. Мы еще, правда, не в курсе, почему он это делает, но мне кажется, совсем не зря. Так, 4-2-2-2, ага. Курятничек сейчас зайдет хорошо. Теперь он очень плохо заходит, этот курятник, но мы все равно его делаем. Капитанский хрен. Что он там при использовании получает? Амфибии получают. А мы его грохнуть сможем, если у нас что-нибудь останется в живых. Да, они были точно белыми. Стали желтыми. Нифига себе, они поправили баланс. Баланс так баланс. Так. 3 урона получить. Или не получить. Давай 3 урона получим. Просто мы сильно просядем, если мы сейчас потратим всю эту херню. Ну там вариант есть, что сюда амфибия пойдет сейчас. Поэтому я его и не убиваю. Что там везение, вот она амфибия нарисовалась. Амфибия нарисовалась, а мы еще 5 можем поставить, 1 оставить на запас. Мало ли он там что сейчас придумает. Да, я так и думал. 4-2 не страшно, мы его сейчас уберем, чтобы он тут не стоял, не мучил нас. И плюс дровнем карту. Еще 4. Хорошо. Пока идем неплохо. Угу. Нарисуй. Тетенька будет качаться. Правда, мы ему тоже щиты сейчас будем наяривать этими гаденышами. У нас есть вариант смех разыграть. Очень хорошо. На 10 урона. Или хотя бы на 5. Давай посмотрим. Смех сейчас зайдет хорошо. Отлично. Наверное, отлично. Безумие. Понимаешь, 4-4 грохнет вот этих всех троих. Я просто не знаю, как он с заморозкой поступит. Но здесь точно грохнется. Ладно, посмотрим. Я просто не проверял такую механику. Что сейчас должно произойти? Ага, она просто отморозилась. Тоже неплохо, кстати. Так, это по любасу, даже не задумываясь, нам хилка нужна. Если он 4-6 не грохнет, мы похилимся. Ага, похилились. И становится неуязвимым. Вот гандон. Какой же ты гандон, а? Сейчас заморозит, ой, сколько он тут сделает гадости сейчас. 4-6 меня сейчас просто угандосит. Видите, на в лейт-гейме чисто из-за того, что на ней обилки этого говняного апельсина.
Он все наши задумки обосрал. 6, 7, 8, 9. 7, 8. 9. Да. У него 9 мана, он сейчас еще что-нибудь придумает, потом еще. Еще и еще. Блин, сюда нельзя ставить. Он же и тройку угандосит, сука. 4-6 такое говно. Просто такое дерьмище. Вот это 4-6. Это просто омерзительное. Самое омерзительное из всего, что есть. Оно просто дает просраться. Если у тебя нет уничтожения, ты просто ничего с ним не сделаешь. Просто-напросто. Особенно потому, что он, видишь, на О, 4-2, кстати, можно. 4-6, иди нахрен. Чтобы я тебя больше тут не видел. Так, 5. 3 урона. Мы можем 6 урона прописать. Но вряд ли у него там сейчас или боулинг за 10, или хероулинг, или что-нибудь. Зато тогда 5-5 живой останется. Может, ему 5 урона хоть пропишет. Невязвимый на время хода. Самое шикарное, что сейчас ему подходит. Да, я 1-1 же. Ну-ка, какое дерьмо. Просто жестяк, просто жестяк. Он сейчас просто вообще... А главное, он вот эту херню мог походить сейчас. Чтобы вообще жесть... 0-5, видишь, живое на один ход. Все живые. Вот это, кстати, музыка самая конченная. Почему? Потому что ее использует каждый летсплейщик, каждые всякие эти... Все подряд его используют. Блин, ну я тут вдул, по факту. Нужна агроколода на него тогда, что ли. На него нужен крепкий хер. С дихлофосом. 7-6. Че можем? Ну просто ходим, чем можем, и все. Пока что просто ходим, чем можем. Сейчас убьет. 3-4 урона мы получим. 3 туда. Жесть, этот арбуз нам просто дает просраться. Мы с ним ничего сделать не можем. Я думал, можем, а на самом деле он там как разыграл. Я просто в шоке. И все, я убить ничего не могу. Я его даже убить не могу. Вообще ничего не могу сделать. Вообще ничего. Жесть. Угу, подтанцовщики. Самое нужное, что сейчас может быть. Угу. Где это дерьмо было раньше? Говно. Пошли нахер, даже не хочу разговаривать по этому поводу. За 4-1 все обосрало всю игру. Я бы ему давно уже все погрохал, если бы был этот наш любимый. Куда ты? Что ты? Разгром. Так, а что у нас там в разгроме? Дихлофосы. Угу.
на энергетике. Так, нам нужно, во-первых, больше дихлофосов. Это не сильно лейтгейм на самом деле. Давайте, наверное, нужно больше дихлофосов. Где дихлофосы? Вот они. Попробуем на дихлофосах. Уничтожалка обязательно должна быть, чтобы этих уродов всех убирать. Так. Энергетик он всем дает, да, Френзи? Да, он всем дает, но он тяжеленький, но может помочь. Да, вот это тоже бафалка. Это перемещалка. Так, нам бы агро, да. Ну, кстати, эта хрень тоже стала. А вообще... Чё, все, кончились карты, которые должны быть не серыми. Остались только... А вот есть базовые карты. Вроде базовой картой тоже было раньше. Смотрите, как они, да, удорожили. Все, кто дальше, типа, играют, все свободны. Теперь у вас не будет... возможности. Вам теперь надо больше башлять. Ну, курица, кстати, осталась, да? Да, колоду они удорожили. Вот этот хер был, по-моему, обычным. Не был желтым. Ты. Секретный агент, они его доделали. Рикошет зомби, после чего он получает плюс ли. Это прием, кстати. За один прием рикошетилка с бафом. Нихера себе, кстати. Это очень крутая штука. Рикошетилка плюс бафалка для агроколод. Ты что, вообще must have. Надо все четыре запихивать. Так, мне нужно две карты убрать. Превращалка очень хорошо может зайти. Это все очень неплохо. Это тоже неплохо. Это 1-3 неплохо. 2-3. Может быть, вот этого убрать. Ну, блин, он Фредди. Ну, за 3-2-3 очень дорого. А что у меня с тройками? 1-2-3-4. Троек много. Ну, они такие довольно не сильно флудерские. И, кстати, амфибия, да, 2-1. А, я ж там на амфибию рассчитывал. Да, я ее модифицировал уже тогда, эту колоду. Вот, типа за 1-2-1, но на самом деле... Да, мне бы ходить вообще-то чем-то. Давайте пополам вот так как-нибудь. Одну такую. Блин, не знаю, надо убрать этого. За 3-2-3 очень тяжело. Блин, он так классно заходит на шестой ход. Его плюс там смех или там какая-нибудь херотень. Он же сам по себе уже с Френзи. Еще лечится. Ой-ой-ой. На раскачке он просто шикарен. Лечилка тоже шикарно. 1-3 удешевлялка для основных зомби. Ой-ой-ой. Все так хочется оставить. Хочется все оставить. И уменьшитель нужен. Давайте одну тогда. Один дихлофос. Ну блин, дихлофос. Ну ладно, один дихлофос уберу. Одного этого оставлю. Так, поехали. Большие серии. Блин, уже времени сколько, да? Прошло уже серию. Ну, кстати, лучше нам ничего не выпадет. Лучше это не трогать. Игру с картофельной миной и арахисом. Но вы обязаны принести мне победу. Угу. Тебе победу. Блин, у него там сейчас будет, как обычно, что-нибудь хорошее. Бля, главное, он не поставил сюда. Не хочет его убивать. Ну, дозвончик.
Что, будем еще получать по заднице? Давайте. Будем получать. И на следующий ход вот эти две штуки. Если один три не сдохнет. Ну, он, конечно же, сдохнет. По-другому и не могло быть. На прошлом ходу у него этих мин не было кучами. А сейчас прям мины рисуют. Там еще две мины. Они не сдохнут. Два, блин. Два? Да, два единицы. Раньше вроде три было, нет? Ну, наверное, я не прав. Наверное, все-таки не было три. Так. Ха-ха-ха. 1-1-1, и плюс мы еще даже безумие замутим. Надо просто пока подумать вообще-то. Подумать, на ком замутить безумие. Плюс 2 способность безумия. Плюс 2 жизни. Этих 2-3. Это 2-4 он не убьет. Это плюс 2 жизни, способность безумия. Это 2-3 станет. Ага, 2-3. Получается 2-2 будет с безумием, но это мало. Так, эти у нас 2-5 и 2-5. Получается либо этого, а этого куда двигать? Либо вот этого. Но дать ему жизнью... Было бы неплохо. А у нас сейчас что? Какой ход? Третий. То на следующий ход, да? Мы разыграть все равно не сможем. Ну, подумать кому. Ну, посмотрим сейчас, чем он походит. Там подумаем. Кому там безумие давать, не давать. Ну, кстати, безумие можно этому дать. 24 куда-нибудь передвинуть. Клафоса, кстати, нет. Сейчас дихлофос подошел бы на следующий ход, на какой-нибудь четвертый ход. Еще 2-4 или 1-1 пододвинуть. Давай вот сюда пододвинем картошку одну. Блин, тогда безумие бесполезно этому давать. Можем две картошки пододвинуть, пусть они там стоят. Не парят меня. Все, линию просрем, пусть он там две картошки стоят и ничего не делают. Жизня. Жизня блюз безумия. Здесь. На средней линии пойдет. Правда, сейчас мы ему щит зарядим, но посмотрим, что он там придумает. Ничего не придумал. Ага, заряд на 3. Борзый заряд, борзый заряд. Смотрим. Неплохо. А зомби получает плюс 3, плюс 3. Так, 2-1 сдохнет. 2-4 останется, 2-1 еще, да? И у нас останется удешевитель, что мы сможем 4. Блин, плохо-то, что... Хотя 2-2, 2-1, мы сможем его сюда разыграть. Поэтому это все... Совсем неплохо. Минус 1, да? А это у нас что? Ага, это будет 1-1, но все равно сдохнет. Да, только сюда ставить. Плюс меня полечит. А графика, по-моему, поменялась. Ну, на боссе будет видно. Там побей босса должно быть за люками. Ну и полечиться можно. Давай. Ну, 4-3. 1-1, да, тут будет 3-1, тут будет 2-5, тут будет 5-4. 2-3 мы поставим сюда. И плюс они все будут с ферензями. Это очень круто.
Он же не перемещается, надеюсь. Мне просто безумие дает, всех кофе напоил. 4 или больше. Ну, это остались. Это 2 штуки он убьет, но эти троечки останутся. Ага. Тяна орех. Он же говнюк, конечно. Апельсин такой говнюк. Висячий говнюк. Убил моих всех. 4. Ага. 2 урона, кстати, нанесет. Так, пауза, пауза. Так, ну что, возвращаемся. 4-кой можно себя полечить. Ну это что это даст? Здесь можно, кстати... Кстати, дихлофосы не зашли. Суки. Просто суки. Дихлофосы не зашли. На 6-й ход, да? Я не редовал. Так, 3 плюс 3. Мы его сюда поставим, он одну эту картошку убьет, потом вернется. Потом еще одну картошку убьет, еще вернется. Все растения становятся неуязвимыми. То есть он даже не убьет картошку. Он просто просрет просто так. 3-3 убьет это, один это мне просто ударит. Это просто убьет, даже смысла нет туда ставить. Есть смысл сюда баф кинуть хотя бы. Да, убили моего 3-1, 3-2, который полечится. 6 единиц здоровья. Не, 6 рана. Да, видишь, живые все. Ну, зато он опять сейчас нам еще раз может пригодиться. 4, 5, 6, 7. О-о-о! А где ж ты был? Мой друг любезный. Эх. Сколько лечат? 4. За 4. 4, 5, 6, 7. Давайте притворимся дебилами. Можно 4-6, кстати, полечить. Мало ли. Ну там у него есть Doom Shroom, который может грохнуть 4-6, и лечение окажется бесполезным. Давай, 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 давай. О! Неплохо, неплохо. 3-2 кого грохнешь? 4-6, да, да, да. Грохнул всех. Так, эти вот все сдохнут. 3-2 останется живым, да? Ну, пока что хотя бы так. А то слишком много тут. Что-то. Живых. Что ж ты мне тут? Уничтожить растение 4 или меньше. 4 или меньше. А это у нас кто? Это у нас фризер. Там у нас уже фризер ждет нас. Так что мы сейчас будем рассчитывать на фризера. 7. Так, так, так. Может быть, хрен забить? Пока что. Вот так. Да. Да-да-да. Ага, еще одна бафалка. И вот так. Сейчас он фризера просто выставит, это 100%. И мы сможем его грохнуть. Вот он фризер, который сейчас пойдет подальше. Видите, какой я жутко умный. Так. Понимаете, в чем проблема? Нам двигать-то особо нельзя. Они, кстати, тут без команды, да?
Да, 1-2 никуда не подвинешь. Направо только пододвинуть. 3-2. Да, мы сейчас полечим. А, не, не полечимся. На следующий ход полечимся. Хотя не, мы сейчас полечимся. 3-3. 3-3, кстати, вернется. 2-3 без безумия. 1. О! Во как! Это что же амфибия? Ну, 4-4 все равно надо грохнуть. Я не хочу 3-3 убивать. Думаю, пододвину чисто сюда. Чтобы хоть что-то как-то. Фризера мы убираем отсюда, чтобы он тут не было его вообще. Вот, лечимся. И пытаемся выиграть. Если, ну тут по идее не должно раз, два, три. Если два раза по три зарядится щит, то мы, конечно, в дуле. Но может повезти, что не зарядится. Ну, конечно, повезет. 49 раз повезет, что не зарядится. Лаборант. 3 урона надо как-то ему пробить, попытаться. 3, кстати, 7. Да, не получится. Ну, попытаемся. Может повезти. Угу. Сейчас он бобами все заставит, это уже и так было ясно. Но нам, по-моему, эта штука выиграла. Неуязвимым. Да пусть хоть 40 раз становится. Видишь, как? То есть, если бы не было вот этой штуки, я бы продул. А так она затащила. В любом случае затащила. Затащила. Ну что, всем спасибо за просмотр. Это я за просмотр этой говенной серии. Шучу, шучу. Вот, осталось последние две миссии. Тут у нас две. Да, две. И еще три миссии у нас против профессора. Вот, посмотрим, как YouTube схавает эту серию. Блин, я очень расстроен, конечно, то, что глючит. Я еще попробую Нокс поставить новый. Может, в нем глюки убрали, но я сомневаюсь. Там вроде новый Нокс вышел. Так что, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Может, скоро паблик замутим. Только пока не знаю. Кто... Напишите, может, кто хочет заняться ВК-пабликом. Там модератор нужен. Если я открою ВК-паблик, надо, чтобы кто-то там модерировал. Ну, для чего? Что интересное ВК? Во-первых, я там колоды выложу. Во-вторых, там, кроме этой игры, конечно, остальные будут. По ним тоже там всякие варианты. Ну, как бы так. Немножко будет интерактивности. Здрасте, до свидания. Не надо будет мне писать там за все вот эти вот, ну, вы постоянно к сериям комментарии пишете, спрашиваете всякие вопросы одни и те же. Так новые люди могут зайти сразу почитать ответы, помощь, ответы и все остальное. Ну все, спасибо, всем удачи, всем пока. Ах, как же я все-таки расстроен, что звук глючит. Где звук? Все. Звук куда-то пропал.